Уже в этом году в сыктывкарском поселке Краснозатонский появится спортивный сквер с площадками для экстремальных видов спорта. Он будет находиться в районе жилого дома по улице Корабельная, 1/25. Территория вошла в список планируемых благоустройства по проекту формирования комфортной городской среды. В целом в этом году в Сыктывкаре и Эжве отремонтируют 10 дворов и обустроят 10 общественных пространств. К слову, 15 апреля на платформе za.городсреда.ру стартует рейтинговое голосование по выбору объектов для благоустройства в 2024 году.